В режиме видеоконференции Кондратьев на месте связывался с главами районов. После обращения Игоря Ежова, приехавшего из Сочи, например, удалось решить вопрос незаконной работы растворобетонного узла прямо на территории частных дворов. Была 10 дней назад проведена экспертиза и превышает все нормы санитарной и технологической обстановки. Шум и загрязнение. Вениамин Кондратьев потребовал от мэра Сочи лично проследить за ликвидацией этого объекта. Месяц срока на завершение всех демонтажных работ. Ровно месяц. В конце августа я буду в Сочи по вопросам поселка Мирного, где буду встречаться с людьми. Теми, где в момент наводнения я проходил по улицам. И обязательно именно заеду вот на этот участок. А в Краснодаре, в районе индустриального проезда, Кондратьев поставил задачу до 10 августа наладить работу ливневой канализации. Если этого будет недостаточно, то придется подумать о строительстве дополнительных откачивающих насосов, чтобы ближайшие дворы не топило после дождей. Число записавшихся на личный прием главе региона в последние месяцы только увеличивается. И, как говорят специалисты, проблемы на местах стали решаться гораздо оперативнее. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.